Давным-давно это место называлось Каспийскими воротами. Такой трехкилометровый проход между Каспийским морем и предгорьем Кавказа. Очень выгодная таможенная зона и, как следствие, сильно развитая экономика этого региона были лакомым кусочком во все времена. Это был один из важнейших участков Великого Шелкового пути. Торговля приносила огромную прибыль в казну, торговля влияла на межэтнические отношения. И сейчас, спустя тысячи лет, Дербент является торговым городом. При этом пестрые товаром частные дома резко сменяются новостройками и чистыми улицами. Первое упоминание Каспийских ворот относится к VI веку до нашей эры. Именно крепость Нарын-Кала была тем самым заветным бастионом, взятие которого сулило богатство и власть. С 735 года Дербент и Нарын-Кала становятся военно-административным центром арабского халифата, воротами ислама. Технологичность крепости была достаточно высока. Система водоснабжения, бани и, конечно, шахский дворец. Не менее универсальна была система пыток и казней. С запада на восток Дербент рассекали две параллельные крепостные стены, образующие в Каспийском море гавань для кораблей. И купцы шли платить дань, или, получив аудиенцию у правителя, поднимались к нему с поклоном. Ранее на этом месте разжигали сигнальный костер, извещая город о приближении судов, торговых или военных, сулящих прибыль и спокойствие или приносящих смерть и разруху. И только после X века на Джалганском хребте была построена первая крепость. Махачкалинская знаменитая минеральная вода. Изумительная. В повседневной городской суете проходили годы, столетия.
Крепость развивалась и цвела, а город сохранял свои архаичные черты. Признаешь, что нарушал? Я говорю, конечно, признаю. А говорит, ну ты молодец, говорит, вот все тут начинают мне, говорит, лепить. Доказывать. Ворота, через которые вошли, это одни из главных ворот крепости, восточные ворота. Но в народе их называли морскими, так как они смотрят в сторону моря. Хан принимал послов для решения государственных дел, а на первом этаже находилась диван хана, что в переводе с турецкого языка означает «как судилище». С этого крайнего окошка кадием оглашался приговор. Кади – это судья. Узника до вынесения приговора помещали в ямчатое углубление под названием «Малый зиндан» глубиной 3 метра. Да, и самый суровый приговор – это перевод в «Большой зиндан». Чуть более подробно расскажу и также покажу вам. Пройдемте дальше. Ого. Не хотела бы там посидеть. По сей день же вода поступает с этого источника на уже современный водопровод. В то время стояло два стражника, в обязанность которых не только входило охранять воду, но и должны были испробовать гарантия того, что вода не была отравлена, прежде чем их отнесли хану и его семье. Пойдемте дальше. У нас у мусульман по истечении 40 дней после смерти человека сразу же начинает готовить надгробную плиту. Раньше у зажиточных людей была такая возможность. У людей, у которых не было средств, начинали готовить такую плиту, как только ребенку исполнялось 8 лет. И на протяжении всей оставшейся жизни она готовилась. По такому растительному орнаменту можно было прочитать всю судьбу этой женщины. Чуть далее от нас расположены сундукообразные, они мужские. На них писали суры, аяты из Корана. Каменно-одноразовые якоря. Вес их достигает от 250 до 300 килограмм. Как ими пользовались? Вот в эти отверстия надевался канат, и якорь бросали в море, если кораблю надо было где-то остановиться. Если же кораблю надо было отплыть, просто канат перерезался, и корабль плыл дальше. Они оставались на дне моря. Их было найдено огромное количество разных фигур, форм и веса. Последний дворцовый комплекс был построен в 17 веке тем самым Феталиханом по следующему проекту. Обратите внимание, вот каменные фигуры. Это был главным портальным проемом на первый этаж. Каменные желоба, по которым протекала раньше вода. Чуть ранее я про них вам говорила. Как ими пользовались? С высокогорных источников вплоть до города их закапывали в землю до 2 метров и сверху накрывали керамическими плитами. И каждые 100-150 метров стояли вот такие вот водоотстойники для фильтрации воды. Глубина составляет 11 метров, размеры 24 квадратных метра. Построен он в форме цилиндра, кувшин, то есть снизу он широкий, а сверху он сужается, чтобы узник не мог скарабкаться. Узника опускали туда канатом, сверху накрывали вот этой вот каменной плиткой. Отверстие на этой плите было там, как воздух и свет, они поели, не кормили. Останков от пирамиды транспорта. Следующий, кто попадал в эту норму, он не умирал от холодной смерти, а умирал от холодного яда. Страшно представить, что тогда там творилось. И поэтому на те времена, я вам ранее сказала, отрубить голову считалось тоже неплохо. Быстрая, мгновенная смерть, нежели попасть сюда и умереть от мучительной смерти. В 1970-х годах, когда профессор Кудрявцев проводил раскопки, он все-таки спустился в это углубление со своими студентами, и достали они около 4-5 мешков останков костей, которые были перезахоронены на Сицилии.